Этот научный комплекс всегда был убежищем от радиации. Не очень роскошный, зато функциональный. Надеюсь, вы хорошо выспались в бараках. Я уже 9 лет сплю в трейлере. Там холодно. Не терпится увидеть результаты. Исходные данные были многообещающими. Это прорыв, который будет интересен. Это напоминает мне фильмы ужасов. Пойдемте, я вам все покажу. Фостер, ты неважно выглядишь. Голова болит. Все будет хорошо. Этот прибор называется гамма-трекс, усовершенствованный спектрометр. Он излучает гамма-лучи определенной насыщенности и частоты. Вы используете радиацию? Да. Опасно, но необходимо. Опасно находиться одному в этой лаборатории. Я привык к одиночеству. Не сомневаюсь в вашем здоровье, док. Но я не заметил охраны. Автоматическая система безопасности обеспечивает защиту. А если мне нужна компания, у меня есть слушатели. Ваша подруга? Она Гуа, поймана 7 месяцев назад при попытке проникновения на наши базы. Я использую образцы ее тканей. Ее уже допросили? Это стандартная процедура. Она очень помогла в моих исследованиях, как вы сейчас убедитесь. Кейт, что случилось? Ничего. В 1564 году Нострадамус предсказал, что Земля будет уничтожена тремя ужасными волнами. Первая волна уже здесь. Меня зовут Кейт Фостер. Это мой дневник. Инопланетяне убили мою жену, но обвиняют меня в ее убийстве. Теперь я в бегах, но я не прячусь. С помощью предсказаний Нострадамуса я ищу их, охочусь на них, разоблачаю их. Я остановлю первую волну. Первая волна. Нация воронов — это армия наших последователей. Это люди разных профессий. Преимущество. Это полицейские, учителя, продавцы, родители и ученые, которых коснулась смертельная рука Гуа. До того, как пришельцы убили единственного сына, Пирс Малкольм был известнейшим генетиком. Он присоединился к нации воронов и поставил свои исследования на службу борьбе. Обычно меня воодушевляет готовность таких, как Малкольм, сражаться против Гуа. Тогда почему у меня дурное предчувствие? Джордан, ты дала мне задание найти оружие, которое даст нам преимущество над пришельцами. Теперь у нас есть это преимущество. В этих пробирках находятся образцы крови. В одной человеческая, а в другой гуа. Теперь смотрите внимательно.
Минутку. Как вы изменили кровь Гуа? Гуа генетически внедрили часть своей ДНК в код генома человека. Обычное генетическое исследование не может отличить ДНК человека от Гуа. Именно они защитили ее, но радиация разрушает эту защиту. Это доказательство генной инженерии Гуа. Вы сделали это. Открыли безошибочный метод определения, кто Гуа. Соль показала себя надежным методом определения, но это нечто большее. Это метод определения их слабостей. Теперь мы можем атаковать и уничтожать их на генетическом уровне. Отличная работа, Пирс. И как раз вовремя. Вторжение может начаться в любую минуту. Я должен поближе взглянуть на аппараты. Это настоящий прорыв. Похвалы излишни. После первого тестирования прибора я кое-что понял. Ты хочешь мне что-то сказать? Мне нечего сказать. Ты знаешь, кто я? Конечно. Тебе крупно не повезло. Что смешного? Я знаю, кто ты, братец. Кейт, не хочешь к нам присоединиться? Да. Одну минуту. Господи, Кейт. Доктор, где аптечка? Прошлой ночью мне сделали укол. Откуда кровь? У тебя нет порезов? Откуда? Мы приехали сюда вчера вечером. Легли спать. Я думал, мне это приснилось. Мне сделали какой-то укол. Мы спали в одной комнате, я ничего не слышал. Нас чем-то опоили. Это невозможно. Это все ты. Кейт, убери пистолет. Что ты со мной сделал? Доктор Малкольм, член нации воронов. Он бы не стал причинять вред. Вы знаете, о чем он говорит? Нет, у тебя нездоровый вид. И у меня явно не простуда. Нужно отвезти тебя к врачу. Возможно, ты болен. Может, у меня помутился рассудок? Может, у меня галлюцинации? Проведем еще одну демонстрацию, док. Что ты хочешь доказать? То, что он пытается скрыть. Это смешно. Эдди, возьми у меня кровь. Сейчас посмотрим, насколько это смешно. О, Господи. Я не прошел проверку. Что вы сделали? Я ввел Фостеру сыворотку крови, содержащую ДНК Гуа, взятой у нашей пленницы. ДНК пришельцев? Фостере? Это очень плохо. Я думал, что ты на нашей стороне. Геном Гуа очень силен. Он обладает исключительной сопротивляемостью и приспосабливаемостью к условиям. Когда ты увидишь преимущество, ты поймешь. Я не просил об этом. Но вторжение приближается. Мабус готовится к нему. Нет времени на дискуссии. Дискуссии не будет. То, что ты сделал, непростительно. Теперь ты можешь встретиться с Гуа на равных. Я дал тебе преимущество. Ты не имел права. Я имею право на месть так же, как ты, Джордан и другие члены армии. Ты не понял. Я ясно вижу наше будущее, как и в тот момент, когда они забрали моего сына до сегодняшнего дня. Мы были беспомощными.
Ты сошел с ума. Почему ты сам не принял сыворотку? Потому что ты дважды благословенный человек. Ты единственная надежда человечества в борьбе против Гуа. Теперь ты стал еще лучше. Ты можешь удалить ДНК Гуа из Кейда? Это возможно. Но я не буду этого делать. Вы спятили, док. Джордан, ты говорила, что нация воронов должна быть готова победить любой ценой. Я не жалею о том, что сделал. Вы увидите, что я прав. Пирс, прошу. То, что Гуа сделали с тобой, ужасно. Но ты не можешь так использовать Фостера. Ты должен обратить процесс. Нет, мир развивается, выживает сильнейшее. Если мы не адаптируемся, то будем побеждены. Она считает, что будущее планеты за ней, а не за вами. Да здравствует будущее. Нет! Вот это утро. Мы отнесли тело Малкольма в бараки. Что теперь делать? Он легко отделался. Я бы убил его медленно. Не понимаю. Пирс был хорошим человеком. Защищаешь его? Он был не в себе. А ты позволил ему внедриться в армию. Хочешь сказать, я виновата? Надо было сперва проверить, прежде чем открываться перед ним. Ты не можешь винить меня. Успокойтесь оба. У нас серьезная ситуация. Давайте подойдем к ней как профессионалы. Малком сказал, этот процесс можно обратить. Малком мертв. А мне крышка. Возможно, моих знаний о генетике будет достаточно, чтобы разобраться в исследованиях. Давайте посмотрим его бумаги. Ладно, Эйнштейн. Слушай, Кейт. Я не знаю, что сказать. Мне жаль. На это потребуется неделя. Не засиживайся над цифрами. Ищи записи о превращениях. Код биогеномов, протеомика, применение гамма-трекса. Выбери папку и принимайся за работу, а я взгляну на его компьютеры. Нашла что-нибудь? Нет. Ничего. Убить. У Мабуса есть власть. Они ничего не знают. Контроль. Один, один. В чем дело? Я их слышал. Я слышал Гуа. В каком смысле? Я слышал их всех. Будто подслушивал их разговоры. Началось. Я изменяюсь. Ты должен разобраться, Эдди. Я не знаю, Фостер. Я пытаюсь. Ты должен. Должен помочь мне. Я сделаю все, что смогу. Ты же знаешь. Обещай мне,
Обещаю. Тебе нужно отдохнуть. Мы сами все сделаем, хорошо? Фостер? Все в порядке. Это был сон. Я спал? Почти 7 часов. Сюда идет Гуа. Откуда ты знаешь? Внешняя граница нарушена. Что с системой охраны? Сирена включается, когда она нарушена. Они проникли на территорию. Постой, Джордан. Эдди, отойди. Нет, нет! Не стреляй! Это он! Внешняя охрана отключена. Рад тебя видеть, Фостер. Как ты сюда попал? Я его вызвал. Я послал Джошуа сообщение час назад. Я отключил некоторые блоки безопасности, чтобы он мог войти. Это наша тайная лаборатория, а он Гуа. О чем ты думал? Я знал, что ты так скажешь. Успокойся, Джошуа можно доверять. Нам не найти специалиста по Гуа лучше, чем он. Почему ты помогаешь нам? Если честно, мне плевать на вас и вашу нацию. Фостер, другое дело. Пусть она останется. Это война людей против Гуа. Для меня ты все равно враг. Мне надо осмотреть Фостера. Возможно, я смогу помочь. ДНК Гуа более агрессивна, чем человека. Скоро начнутся изменения. Любая ДНК человеческая или Гуа всего лишь генетический шифр. Он не должен превращаться в пришельца. В своей начальной форме ДНК Гуа ведет себя как вирус. Она атакует геном и переписывает части его кода. Почему она это делает? Таким образом мы размножаемся. Что со мной будет? Сложно сказать. Твои органы чувств работают интенсивнее. Ты стал сильнее. Но ты не знаешь, насколько плохо все кончится. Ты очень нам помог. Я должен взглянуть на результаты исследований. Я тебе покажу. Подожди здесь.
Джордан! Ты должна кое-что для меня сделать. Зачем ты мне это даешь? Я рассчитываю на Эдди в одних вещах, а на тебя в других. Нет, я не сделаю этого. Послушай меня. Я тоже не без ума от этой идеи. Но я реалист. Я не хочу становиться Гуа. Мы не допустим, чтобы это случилось. Я бы сделал это ради тебя. Пожалуйста. Если будет совсем плохо, покончи с этим. Фостер? Держите его. Что с ним происходит? Фостер плохо выглядит. Как продвигается дело? Малком использовал этот аппарат, чтобы отделить геном Гуа и заставить его самовоспроизводиться. Так он получил ДНК Гуа, которую ввел Фостеру? Именно. Малком сказал, что процесс можно обратить. Думаю, для этого он использовал гамма-трекс. Ты сможешь разобраться? Я почти разобрался. Вот это коллиматор. Это диффузионная решетка. Оптика здесь, а внизу... Внизу должна быть главная схема. Что? Тут что-то не так. Это диверсия. Да. Что ты собираешься делать? Ты не можешь так поступить. Я все еще человек. Это необходимая мера, пока мы не выясним, что произошло. Я не выводил из строя эту машину. Я не знаю, кто это сделал. Но до тех пор, пока не узнаю, ты останешься здесь. Выпусти меня отсюда! Джордан! Ты закрыла его, как какого-то зверя. Это мера предосторожности. Это безумие. У тебя нет доказательств. Это вполне мог сделать Малком. Фостером может манипулировать ДНК Гуа. Он может тебя не контролировать. Превращение Фостера нельзя прогнозировать. Оно может затронуть и его мозг. Мы не знаем. Поэтому мы и должны принять меры предосторожности. То, что он превращается в пришельца, еще не означает, что мы должны обращаться с ним как с пришельцем. Это территория нации воронов. Фостер сильнее Гуа. Не смей отказываться от него. Я удивлен, что ты не закрыла и меня. К сожалению, ты нужен, чтобы разобраться с машиной. Почему ты мне не доверяешь? Гуа разрушает жизнь невинных людей. Я не верю пришельцу, который предлагает свою помощь на благо человечества. Это вторжение обернется для Гуа катастрофой. Наше пророчество гласит, что один избранный человек сможет остановить его. Я верю, что это человек Фостер, поэтому я хочу помочь. Он превращается в Гуа. Думаю, это меняет и ваше пророчество. Верно. Это не в общих интересах. Я не наивна. Что бы ты ни говорил, я тебе не верю. Я слежу за тобой, Джошуа. Здесь ничего нет.
Что ты ищешь? Полную схему гамма-трекса. Я восстановил схему спектроскопа, но осталось еще много пустых соединений. В кого он превратится? Точно не знаю. Превращение может быть частичным или... Он может превратиться в монстра? Не обижайся. Какие гуа в своем естественном виде? Я бы сказал, красивые, полные жизни. Большинство людей сказало бы, что отвратительные, страшные. На протяжении жизни мы находимся в цикле метаморфоз. Наши тела и качества часто меняются. А у вас есть чувства, эмоции? Да. Но наши эмоции не отражаются на наших лицах, как у людей. Мы ощущаем себя и мир иначе, по-другому. По сравнению с человеческими, наши органы чувств развиты в 10 раз сильнее. Существовать в человеческом теле все равно, что быть почти слепым. Когда все закончится, используйте мое тело. Докажите существование ДНК Гуа. Не говори так. Никто не умрет. Я понимаю, почему ты это сделала. На твоем месте я поступил бы так же. Мне пришлось так поступить, понимаешь? В последние дни в нас много страха. Мы сможем победить его. Нет. Я хотел сказать, ты должна бояться меня. Не нравится? Я знаю, что тебе больно. Если я могу помочь... Брось. Я чувствую себя великолепно. Эдди, можно тебя на минутку? Я знаю, что ты скажешь. Ему не стало лучше? Мне кажется, я разговариваю с Кейдом. Но через секунду это уже Гуа. Кейд велел прекратить это, если станет совсем плохо. Я готова это сделать. Мы с Фостером выстояли во многих сражениях. Эта схватка не станет для него последней. Мне он не безразличен, Эдди. Тогда ты должна верить в него. Надеюсь, мне это поможет. Кейд мой лучший друг. И ты не вправе лишать его жизни. Я слишком слаб. Это неизбежно. Нет. Гуа пытались вводить людям нашу ДНК, но были обнаружены изменения, которые мы не смогли объяснить. Что ты имеешь в виду? Человеческая ДНК слишком много непостижимого, поэтому, я думаю, ты выстоишь. Я многое понял. Я только теперь понял то, что раньше было загадкой. Например, то, как вы общаетесь друг с другом. Ты здорово умеешь притворяться, Джошуа. Они почти поверили, что ты хочешь помочь. Я действительно хочу помочь. А я думаю, теперь ты видишь новый способ одержать верх. Ты думал, что человечество победит Гуа, а теперь ты видишь, как Гуа побеждают самого сильного из людей. Вместе мы были бы грозной силой. Мы можем убить их и покончить с этой вознёй. Эдди, взгляни на это. Данные транспутации, настройка гамма-трекса, результаты лабораторных испытаний. Это поможет вернуть Фостера.
Ослабление генома ГУА, как остановить репликацию, настройка гамма-трекса для обращения процесса трансмутации. Где ты это нашла? Кейт просматривал эти папки. Думаю, он спрятал их от нас. Это ты испортил машину? Я? Признайся. Если в тебе осталось хоть капли человеческого, скажи правду. Может, я и испортил гамма-трекс. Я не могу быть уверен. Ты не помнишь? Все как в тумане. Я ничего не понимаю. Эдди, помоги мне. Это говоришь ты или Гуа? Отвечай же! Сопротивляйся! Ты сильнее этого! Мы уже близко! Осталось только выяснить, как настроить гамма-трекс, и ты будешь как новенький! Я пытаюсь. Иди к машине. Зачем? Кажется, я знаю, как ее наладить. Иди. Ну, что делать? Управление электромагнитной цепью осуществляется через коллиматор. Включи его провода в гнезда 3-4-7. А спектроскопический модулятор? Подключи его в точках 16 и 19. Выставь частоту на 0,239. Если значение будет меньше, длина волны протона будет слишком короткой. Это сработает? Откуда Фостер узнал, как подключить сеть? Его сознание и интеллект расширились за пределы вашего понимания. Он тоже читал эти данные. Вероятно, он их запомнил. Готов? Давай! Должно сработать. Данные Фостера совпали с записями Малкольма. Кейт. Не пытайся, человек. Возможно, что превращение зашло слишком далеко. Влияние Гуа очень сильно. Фостер подставил нас. Мы помогли ему завершить превращение. В записях Малкольма сказано, что процесс можно обратить. Может быть, нужно подождать? Это не сработало, Эдди. Что ты предлагаешь? Не знаю. Нужно время, чтобы подумать. У нас нет времени. Мабус знает, что Фостер здесь. Он послал на захват помощников. Они будут здесь с минуты на минуту. Откуда ты это знаешь? Мне сказал Фостер. Фостер говорил, что слышал разговоры Гуа. Каким образом? Гуа в своей оболочке не обладает такими способностями, какими сейчас обладает Фостер. Чистая ДНК Гуа позволяет ему слышать мысли всех Гуа на этой планете. Однако и Мабус чувствует Фостера. Нам конец. Интересно, почему Кейт сказал об этом тебе, а не нам? К чему ты клонишь? Между тобой и Фостером что-то происходит. Кейт сказал тебе об этом до или после того, как стал Гуа. Джордан, не делай этого. Мы с самого начала отдались в руки врага.
Я сказал, почему я хочу помочь Фостеру. Я от этого не отказываюсь. Дай мне наручники, Эдди. Возьми у него пистолет. Надень наручники. За спиной. За спиной. Извини. Мы что-нибудь придумаем. Выпусти меня отсюда! Борис, Кейт. Я больше не Кейт. Когда сюда придут Гуа, я буду умолять, чтобы они позволили мне убить тебя. Я буду делать это медленно. Как насчет Фостера? Мы должны принять решение. Что, все так и закончится? Я не позволю Мабусу забрать Кейда. Но его нельзя выпускать из лаборатории. Это должно закончиться здесь. Сестренка, только не так. Кто-то должен это сделать. Что случилось с Фостером? Где он сейчас? Не знаю. Может быть, он исчез навсегда? Или он заперт внутри? Думаю, Кейт уже мертв. Ты не знаешь этого наверняка. Думаешь, лучше быть заточенным внутри монстра без надежды на освобождение? По-моему, это хуже, чем смерть. Я не могу это сделать, Джордан. Не могу. Я не могу так поступить с Фостером. Думаю, ты тоже не можешь. Мы с Фостером прошли через многое. Он часть меня, пойми это. Гуа приближаются. Их много. С каких пор ты отступаешь перед врагом? А? Здесь достаточно боеприпасов, чтобы выиграть немного времени. Каков план? Восстановим внешнюю систему безопасности. Я заминирую вход. Если они дойдут до лаборатории, мы заманим их внутрь и уничтожим. А как сами выберемся отсюда? В случае опасности мы уйдем через боковой тоннель. Приятно знать. Джошуа. Держи нашу связь. Все Гуа – братья. Мабус зовет меня. Гуа совсем рядом. Нам обещали освобождение, если мы вступим в бой немедленно. Взрывчатка на месте. Приготовиться. Джордан! Кейт, нет! Знаешь... Кейт не умер, он здесь. Он посмотрит на то, как я убью тебя его же руками. Не трогай ее. Я Гуа. Отойди или умрешь, как человек. Ты не Гуа. Ты дьявольская ошибка. Пора кончать с этим. Не делай этого, старик.
Выживают сильнейшие, Эдди. Не двигайся, я выстрелю. Не заставляй меня это делать. Стой, Фостер! Фостер! Старик! Нет, Фостер, нет! Фостер. Кейт. Кейт, послушай. Я не понимаю. Ты снова стал человеком. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Внешняя охранная граница нарушена. Гуа прошли через внешнюю границу. У нас всего несколько минут. Нам лучше уйти. Берите все данные, какие сможете унести. Уйдем по боковому тоннелю. Быстрее! Джоша, Фостер был прав. Я ошибалась насчет тебя. Спасибо. Жаль покидать это место. Пошли. Я видел мир глазами моего врага и чувствовал его силу изнутри. Это очень трудно, больно и даже страшно. Но мы не должны позволять страху заслонить от нас нашу цель и рисковать человечеством ради ее достижения. Как я смог побороть ДНК Гуа, так и осталось загадкой. Возможно, как сказал Джошуа, все дело в непостижимости нашей генетической структуры. А может, это была запоздалая реакция на действия гамма-трекса? Я уже этого не узнаю, но я спрашиваю себя, у кого есть преимущество для победы в этой войне? У людей или Гуа? Надеюсь, что у нас. Я молюсь о победе.